До проекту незалежні вітчизняні художники підготували свої найкращі роботи. Деякі навіть привезли свої шедеври за кордону. Як, наприклад, Олег Тістов. Його картина «Роксолана», що представлена на проєкті, була створена у 1995 році. Це одне із знакових полотен автора, присвячене українській політичній історії. Ідея створення роботи прийшла до автора у 80-ті роки, коли він захопився творами класика української літератури Павла Загребельного і прочитав його роман «Роксолана». Потім Тістов попрямував у подорож до Турції, де й дізнався, наскільки серйозно ставляться до нашої іменитої співвітчизниці самі турки. А робота необычна, я так смотрю, да? Можете сказати історію? Ну, как бы это достаточно, скажем, важная стереотипная для меня вещь. Там адская смесь стереотипов, то есть, как бы, скажем, Роксолана – это такой очень важный образ, скажем, турецкой истории. Она повлияла, в общем-то, действительно дала такой поштовх для развала Османской империи, потому что ее сын там изображен рыжий, да, на самом деле это моя трехлетняя дочь изображена. Вот, да, ну там смешано все. Этот Селим развалил, собственно, как бы турецкую империю. Потом вот эта фигура и лицо барышни в этом, это просто очень популярного какао голландского. А, потому что, ну, как бы по преданию изображение это достоверных, как и Мазепа, там, скажем, Роксоланы, потому что в исламской мире наш нет, не сохранилось. Но все знают, что это была симпатичная блондинка. Ну, как бы голландцы на какао в 95-м году купил какао, а там как бы вот, ну, для ребенка. А там от зображена така красавиця. Роксолана належить до проєкту «Українські гроші», який Тістов започаткував у 1984 році. Художник, іронізуючи та використовуючи вітчизняні історичні бренди, пропонує свіжу версію, як би могли виглядати українські банкноти. Погодьтесь, такими грошима наше життя було б веселішим. Там якісь вази зображені, там кафель. Це все те, що окружає нас, скажімо, там каких-то вот ще постсовєтських, таких постімперських, каких-то вот... аллюзиях, ну вот это очень важный такой элемент, скажем, моих вот культурных таких вот, скажем, вот каких-то стереотипных вот этих инсинуаций на тот момент. Я всегда был убежден, что украинские деньги должны были бы выглядеть так, как в 18 году их сделал Нарбут. Это были самые шикарные деньги в Европе. Как бы нет, наши почему-то решили все начать заново. Ходили слухи о введении гривен, которые будут чуть ли не дороже доллара. Ну, почти так и получилось. Вот. Но 100 гривен должна была быть крутая банкнота, значит, должна быть там крутая персона. Но Роксолана это действительно это очень серьезный персонаж. Утім, интрига полягає в тому, что и номинал банкноти 100 гривень за іронії долі став також знаковим. Сьогодні ціна Роксолани складає саме 100 тисяч, але не гривень, а доларів. І знаходиться робота Тістова в одній з престижних приватних колекцій. Наскільки сьогодні захищена національна культурна спадщина? Які рідкісні книги реставруються у нашій столиці? –